Огромный привет всем! Я хочу в этом видео показать несколько моих съемок и показов. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Я решила снять влог из своего дня, типа один день жизни. Буду участвовать в показе, у нас такой первый раз проходит в Калининграде. Сегодня попробуем снять ложек самого показа. Go! Сделали прекрасную прическу, замечательный макияж. Показ прошел просто на ура. Только единственное, что фотки на iPhone мне понравились больше, чем фотки на профессиональную камеру, которую меня фотографировали. Немного фотографий с этого дня, а далее показ в торговом центре Европа. Также хотела бы показать вам, как я принимала участие в конкурсе «Мисс Школа». Я не заняла ни одного призового места, но я получила массу позитивных эмоций. Вообще, все это мероприятие основывалось на выступлении Крида. Но как-то Крид был не очень весел. Вот вы можете его видеть здесь. Ну, ребятки. Крид не тот, что-то я вообще расшифрована. Ну, это не важно. Всем привет, мы сейчас на конкурсе. Я типа веду репортаж. Сейчас выиграем всех вообще. Если не выиграем, не важно. У нас было два дефиле в своей одежде и в одежде Black Star. Также меня недавно пригласили поучаствовать в фотосессии для магазина Мишка Шоп. К сожалению, бэкстейдж я не смогла заснять, но могу показать несколько получившихся фото. И также немного фотографий с показа шуб в Рэдисоне. Конечно, на половине фоток я получилась не очень, но это уже не важно. В принципе, это все, что я хотела бы вам показать. Также хотела бы поздравить вас с наступившим Новым годом. Не забывайте ставить новые цели, идите к ним. И даже если у вас что-то не получается, помните, все, что не делается, все к лучшему. Так что, ребятки, check it out!